Почти 267 тысяч избирателей в Сургуте могут прийти на выборы президента России в этом году. 18 марта в нашем городе будут работать 123 участка. Об этом журналистам «Сургут-24» рассказала Светлана Гаранина, председатель территориальной избирательной комиссии муниципалитета. Сегодня ТИК ведет плотную работу по организации голосования. Например, ведутся переговоры в части формирования автобусных маршрутов и сдачных кооперативов на избирательные участки. Об этом территориальный избирком попросили некоторые председатели СОТов. Также в ТИКе участвуют в обучении общественных наблюдателей. Их на каждом участке будет минимум двое. И это не считая наблюдателей от политических партий. Ведется обучающий процесс и для специалистов участковых избирательных комиссий. У нас уже с января месяца идет обучение участковых избирательных комиссий. Мы делаем очень большой акцент на этом обучении, потому что у нас создано новых 7 участковых избирательных комиссий. Люди, которые вообще никогда не занимались избирательными кампаниями, и приходится практически с нуля объяснять, рассказывать, с тем, чтобы не допустили нарушений на избирательном участке.